И всем привет, с вами я, Rush24K, и в сегодняшнем ролике я вам покажу полную картинку. А то есть, знаете, у нас в обновлении 2.9.01 разработчик добавил картинку в фургоне, картинку Карпинкета. И вы все думали, многие ютуберы снимали, его искали, и все думали, что он находится на, получается, в логове Хаги-Ваги. Ну, я вам сегодня покажу, где он на самом деле находится. Ну что ж, перед началом ролика обязательно ставь лайк и подписывайся на мой канал. А также не забывай вступать в мой телеграм-канал, ссылка будет в описании. И нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну что ж, не буду томить, погнали к ролику. Ну что ж, вот и картинка этого картунка. Это все думали, что тут маленькие квадратики, и он находится как бы в логове Хаги-Ваги. Ну, я вам сейчас покажу, где он на самом деле находится. Так, давайте выключаем и включаем режим камеры. Ну что ж, раз, два, три. Вот где он находится на самом деле. Это полностью картинка. И я думаю, что получается, что не вот такая картинка, картунка это, как кругово, а будет вот такой полностью картункет. Да, будет такой полностью картункет. Что мы видим? Он находится на карте Чао Хао Зет, а то есть в доме. Да, почему в доме? Потому что вы видите там шкафчик и поломанная кровать. Да, и там есть кирпичная та стена. И, короче, что мы видим? Кровавые руки. Сразу видим картункета, кровавые руки. И автор этого... Кто мне отослал этот, как сказать, получается не концепт, а картинку, ссылку буду на его канал оставлю в описании, тоже обязательно перейдите и подпишитесь, если что, это Клэр. Так, ладно. Вот у нас вот такая картинка, очень прикольный картункет, я думаю, что его разработчик добавит в таком виде, не в круглом виде, как Хаги-Ваги, а как, например, Сиреноголовый, он же тоже не круглый был, а полностью это. Значит, и картункета добавит тоже с таким туловищем и такой головой страшной, и с кровавыми руками. И он будет бегать на карте Чао Хао Зет вместо Сиреноголового. Ну что ж, с вами был я, Rush24K. Кому понравился данный видеоролик, ставь лайк, подписывайся на канал. Наша цель 4000 подписчиков до конца апреля. Ну что ж, с вами был я, Rush24K. До скорой встреч. Всем пока.